Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим о важной и серьезной, интересной теме. Наша лекция – одна из цикла лекций, будет посвящена проблеме детского церебрального паралича. Давайте мы разберемся с вами, что это такое. К сожалению, диагноз ДЦП, детского церебрального паралича, ставят достаточно часто и периодически в официальной медицине под этот диагноз подводится масса других проблем, не имеющих к ДЦП никакого отношения. Детский церебральный паралич сам по себе – это не самостоятельное заболевание, это комплекс различных симптомов, которые являются следствием проблем, связанных с внутриутробным развитием центральной нервной системы плода и с проблемами, которые возникают в родах и приводят к различным патологическим изменениям при рождении и развитии ребенка. Поэтому считать детский церебральный паралич отдельным каким-то заболеванием – это не совсем правильно. Поэтому давайте попробуем сегодня разобрать причины, что же является причинами возникновения вот этих групп симптоматики, которые приводят к патологическим процессам в развитии ребенка. Хочу сразу сказать, что следствие, скажем, да, или клинические проявления, которые определяют понятие детского церебрального паралича, они чрезвычайно многообразны. И мы можем говорить о каких-то тяжелых формах детского церебрального паралича, когда возникают какие-то спастические нарушения, когда возникают парезы или параличи в руках или ногах, половине тела, или какие-то легкие нарушения, связанные с изменениями мышечного тонуса, когда ребенок ходит на цыпочках, или когда ребенок выйдут какие-то нарушения в походке, нарушения в постановке стоп и так далее. Казалось бы, совершенно разные по тяжести проявления, но и те, и другие клинические проявления можно трактовать как проявление детского церебрального паралича. Поэтому на сегодняшний день мы можем совершенно определенно сказать, что это не является самостоятельным заболеванием, а если давать определение, что же такое детский церебральный паралич, скорее всего, можно сказать, что это совокупность определенных симптомов, связанных с нарушением нервной системы ребенка, которая в свою очередь является следствием нарушения в развитии, становления центральной нервной системы в период беременности и в период родов. Давайте попробуем приоткрыть причины, которые могут явиться, причинами возникновения проявлений
линий, которые называются детским церебральным параличом. Но в период беременности, во второй половине беременности особенно, такие причины могут быть достаточно многообразны. Это может быть внутриутробная инфекция, инфекция, которую переносит мама, и будущая мама, беременная женщина, и вирус или микроб, проникая через плаценту, нарушает развитие, вмешивается в развитие нервной системы ребенка. Но это может быть такие вирусы, как банальный вирус гриппа, или вирусы более серьезных заболеваний, в частности, кори, краснухи, вирусы, цитомегаловирусы и так далее. То есть достаточно большое количество вирусов и микробов, которые могут вызвать нарушение нервной системы ребенка. Я уже не говорю о других причинах, а именно, скажем, инфекции, передающиеся половым путем, ну, скажем, гонорея, хламидии, микоплазмы и так далее. То есть эти инфекции, особенно во второй половине беременности, проникая, легко проникая через плаценту, они просачиваются, повреждая так называемый гемоэнцефалический барьер плода, то есть защитную вот эту вот оболочку, которая и пытается защитить нервную систему ребенка, кору головного мозга от различных вредных воздействий извне. Эти вирусы легко просачиваются в головной мозг плода и, соответственно, осуществляют определенные нарушения. Кроме того, причиной может быть развивающаяся на более поздних сроках беременности, уже ближе к родам, это нехватка кислорода, так называемая гипоксия, которая не дает полноценно развиваться отдельным участкам коры головного мозга плода и недоразвитие этих структур влечет за собой в конечном итоге органическое поражение головного мозга. То есть мы можем говорить о том, что первый пласт причин возникновения детского церебрального паралича – это в конечном итоге нарушение коры головного мозга ребенка, и прежде всего это органические поражения головного мозга. Кроме того, могут поражаться не вся кора, не часть коры, а отдельные центры в коре головного мозга, которые отвечают за ту или иную структуру. Но в частности, как следствие, скажем, хождения на цыпочках, да, на пальчиках, то есть повышение мышечного тонуса в стопах, это является следствием поражения определенных участков, определенных центров коры головного мозга, которые отвечают за мышечный тонус. Вторая группа причин, вызывающая такое клинические проявления, которые мы называем сегодня детским церебральным параличом, это ситуация, связанная с непосредственно родами. Организм человека
устроен достаточно просто и в то же время достаточно сложно. Дело все в том, что природа, создатель наш, закрепил в развитии нашего организма определенные правила. Одно из важнейших правил, которые, при соблюдении которых человек рождается здоровым, это правильное прохождение через родовые пути матери. То есть плод, проходя через родовые пути матери, проходит совершенно четко по определенным правилам. А именно, он должен проходить в определенном положении. Почему? Потому что в период родов организм плода испытывает очень большие перегрузки. И эти перегрузки располагаются равномерно вдоль позвоночника. Это сила тяжести, сила давления, она способна выдержать только в том случае, если сила тяжести, сила давления на позвоночник плода, она распределена равномерно. Для этого плод выходит определенным образом, а именно, да, голова согнута в таком положении, и именно теменной и лобной частью черепа прокладывается путь по родовым путям. В этот момент нагрузка на позвонки плода, она максимальная. Но если прямое распределение веса тела и давления прохождения по родовым путям распределена ровно, то позвоночник выдерживает. Но если произошло даже минимальный сдвиг в ту или иную сторону, то нарушается правильность расположения позвоночника и происходит микротравма, то есть родовая травма. В зависимости от усилий поворота головы возникает повреждение наиболее слабых мест в позвонках плода. Наиболее слабым местом позвонков, чисто физиологически, анатомически, является сочленение первого и второго позвонка. Они устроены таким образом, что они наиболее слабо способны удерживать разницу в давлении. И происходит либо вывих, либо перелом в той или иной степени. Это зависит от того, насколько произошел сдвиг. То есть можно совершенно определенным образом сказать, что малейшее изменение поворота головы, оно является причиной родовых травм. И что происходит дальше? В зависимости от характера травмы, то есть от степени нарушения, возникают следствия. Дело в том, что вдоль позвоночника, особенно вдоль первого, второго шейного позвонка, проходят крупные сосуды, которые снабжают кровью кору головного мозга. Это известные вам крупные сосуды, там, скажем, сонная артерия, позвоночные артерии и вены, различные подъязычные артерии и так далее. То есть
все крупные сосуды проходят вплотную к первому, второму шейному позвонку. Попадая дальше в кору головного мозга, они расходятся и питают практически все центры и участки коры головного мозга. И при даже минимальном повреждении пережимаются участки этих сосудов. То есть нарушается кровоток, и какой-то центр, какой-то участок коры головного мозга недополучает питание. Постепенно это сказывается на организме ребенка с возрастом, и рано или поздно тот участок, который недополучает питание, он начинает страдать, и возникают клинические проявления. То есть, если, скажем, не хватает питания участку, отвечающему за мышечный тонус будет нарушен. Если нарушается питание, скажем, мышц и сосудов, которые питают глазное яблоко и мышцы глаза, то будет нарушение, связанное с глазами, косоглазие или ранняя близорукость и так далее, и так далее. Все зависит от того, какие центры повреждены. Если травма тяжелая, то есть, скажем, нарушение серьезное и щель между первым и вторым позвонком увеличена, то есть ребенку, скажем, во время родов сдвинули таким образом, что получилось как бы, что голова надорвана в этом участке, то, конечно, клиника детского церебрального паралича, она будет возникать достаточно рано. И внимательные родители увидят, что ребенок уже в возрасте 3-4 месяцев отстает в физическом развитии. То есть он, скажем, не держит голову, он не переворачивается, он не следит глазами за передвижениями предметов и так далее, и так далее. То есть мы уже можем на ранних стадиях развития ребенка определить, что с нервной системой у ребенка не все в порядке. А о клинических проявлениях разных форм детского церебрального паралича мы с вами поговорим на следующей лекции. Так что будьте внимательны, следите за нашими передачами. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч.